Добрый день. На часах 12:00. Время узнать, что происходит сейчас в регионе. В студии Олеся Кокина. Самая ожидаемая новость последних дней. В Великом Устюге начался ледоход. Оперативные службы на Вологодчине переведены в усиленный режим работы. Хотя в этом году критических уровней воды специалисты не обещают. Чтобы минимизировать риски в ходе прохождения ледохода, заблаговременно был проведен большой комплекс превентивных мер. Гидрологи держат ситуацию на контроле. Выше в верховьях стоит у нас заторные, наблюдаются заторные, зажорные явления. Это в районе Полдарсы, Апок и Каликина. Там, значит, постепенно лед отрывается и как бы появляются ледоходные явления. То есть такое волнообразное накапливается, снова тянет немножко, накапливается вода, снова толкает. И вот таким вот образом у нас сейчас происходит ледоход на реке Сухона. На Северной Двине мы ожидаем его, ну, может, завтра, послезавтра, вот до выходных. На водных объектах Котласа и Котласского района подвижек льда пока не зафиксировано. Если понадобится, на Северной Двине в районе поселка Шипицыно для устранения заторов проведут взрывные работы. Оперативная группа из областного центра уже прибыла на место. Чиновники и депутаты областного собрания обсудили с архангелогородцами проект благоустройства улицы Чумбарова-Лучинского. В рамках национальной программы «Комфортная городская среда» здесь планировалось заменить старую брусчатку, оборудовать новые скамейки, обустроить площадки для музыкантов, литературный сквер, вместо дикорастущих кустарников высадить можжевельник и туи. Но проект был предварительный, в него уже внесли изменения. Естественно, туя у нас плохо, да, приживется, и мы должны использовать более стойкие кустарники. Мы прислушиваемся к ним и вносим, собственно, изменения, да. И таких изменений еще будет достаточно, я уверен. Собственно, то, что было презентовано, это как предпроектное предложение, да, которое подлежит дальнейшей детализации. Мне не очень нравятся деревянные дома, которые сделают. Я понимаю, что это памятники культурного наследия, но все-таки возможно их как-то, может быть, обновить, либо какой-то сделать еще более, как бы сделать исторически такими, грубо говоря, какая-то же существует все равно отделка, либо реставрация. Вот. К сожалению, такие капитальные работы программа не подразумевает. Только те, которые не внесут изменений в окружающую застройку, установка малых архитектурных форм, озеленение. Прием идей и предложений от жителей Архангельска продолжается. Самые лучшие из них, получившие поддержку в онлайн-голосовании на сайте городской администрации, возьмутся в работу. Архангельский театр «Кукол» получит на реконструкцию еще 148 миллионов рублей от Министерства культуры Российской Федерации. Напомним, масштабная переделка театра «Кукол» началась 2 года назад, поскольку здание 1935 года разрушалось на глазах. Сейчас ремонтные работы идут полным ходом. Реконструкция проводится в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» и государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера». А средства выделяются на условиях софинансирования. К 148 миллионам федеральных средств добавится 39 областных. Сегодня на объекте завершается устройство монолитного каркаса здания, пристройки на уровне 4-го этажа. Ведутся работы по монтажу инженерных систем и витражей. По окончании работ увеличится количество мест в зрительных залах. Состав с 70 до 208 в большом и с 80 до 122 в малом. У театра появится возможность проводить спектакли на 2 площадках сразу. В преддверии светлого пасхального воскресенья во всех храмах епархии освятят пасхальные дары – яйца, куличи и пасхи. В ближайшие 2 дня горожане могут обратиться в Ильинский кафедральный собор с 11:00 до 23 часов. 148 одиноких пожилых людей получили уход и заботу за последние 5 лет благодаря областному закону о приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов. Обеспечить достойную старость нетрудоспособным северянам может любой, кто не ведет асоциальный образ жизни и не страдает психическими и инфекционными заболеваниями. Между пожилым человеком, приемной семьей и комплексным центром социального обслуживания заключается 3-сторонний договор, по которому семья ежемесячно получает от государства 5000 рублей и по желанию пенсионера до 75% его пенсии. Очень удачно. То есть, оказывается, тоже очень интересно. А как вообще? Пожилой человек максимально остается в привычных для него домашних условиях и не помещается в стационарную организацию социального обслуживания. У нас установлены возрастные критерии. Это женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, одиноко проживающие и готовые поступить в приемную семью.
Ярмарка вакансий СГМУ – традиционное мероприятие. В этом году на него съехалось 52 главных врача медицинских учреждений Поморья, а также из Мурманской, Вологодской областей и Республики Коми. Их цель – подобрать себе новые кадры. Особым спросом пользуются сегодня терапевты. Нехватка этих специалистов наблюдается повсеместно. Но особенно специалистов не хватает в сельской местности. У нас предоставляются другие льготы докторам. Это как в городе, так и на селе. Частичная компенсация расходов по найму жилья. То есть если врач приезжает работать в районы, то там еще дополнительно выплачиваются подъемные. Но выпускники медакадемии чаще выбирают работу в Архангельской области. По статистике, около 70% молодых специалистов остаются работать именно в нашем регионе. Работать у нас тяжело, но это компенсируется быстрым входом в профессию, быстрым приобретением практических навыков, ну и самоутверждение себя в медицине, в своей профессии, которую молодые специалисты в будущем для себя выберут. Более 200 танцоров на одной сцене в Архангельске соберет в эти выходные фестиваль «Двина Дэнс Шоу». Участники – юные любители уличных танцев, дети от 7 лет. Конкурс пройдет в 5 номинациях – детские номера, уличные шоу, дуэты, шоу и лирический танец. Это первый такой фестиваль, его проводит объединение танцевальных школ города. Идея фестиваля – это объединить танцоров современного и уличного направления. Туда входят такие джаз-фанк, хип-хоп, брейк-данс. Фестиваль проходит 2 дня. Первый день – это проведение мастер-классов и батлы по хип-хопу и брейкингу. А второй день – это конкурс шоу-номеров. Приобщиться к культуре уличного танца может любой желающий. В субботу с 11 утра на Поморской – 9 и в воскресенье в 6 вечера в Доме молодежи, бывшем кинотеатре «Модерн». Это все новости к этому часу. Встретимся в 16:00.